На протяжении долгих лет традиционно массовые концерты проводились всегда у кинотеатра «Искра». Это центр города, здесь красиво, зелено, развитая инфраструктура. Наверное, именно поэтому большинство горожан выбрали местом проведения концерта в честь юбилея нашего родного Видного именно кинотеатр «Искра». Наверное, к «Искре» же все там привыкли. У «Искры» и кинотеатр. Мне там больше нравится. Вот у «Искры» все время привычнее как-то. Вот. Там проходят все мероприятия, уже все знают об этом. Как бы привыкли там. Народ поближе как-то больше живет и туда сходит постоянно. У «Искры». Там больше народа, это как бы культурный центр города. У «Искры» лучше. Наверное, у «Искры», потому что у «Искры» всегда там собирается народ и вроде как бы и место располагает. У «Искры» как-то привычнее. И правда, то ли дело в привычке, а может, кинотеатр «Искра» – это просто идеальное место для массового мероприятия, но душа видновчан лежит к нему. Во многом потому, что до Дворца спорта некоторым горожанам добираться неудобно. Однако, если администрация поселения все-таки выберет его для проведения вечернего концерта, народ и туда пойдет. Да, тоже интересно будет. Да, да. Пошла бы. Да, я бы пошла, потому что у меня дом рядом-то находится. Придем. Это же день города. В каком бы месте ни состоялся вечерний концерт в честь 50-летия города Видное, люди ждут его с нетерпением, потому что знают, концерты Дня города всегда интересные, насыщенные и веселые. На них приходят целыми семьями, большими компаниями, здесь можно встретить весь город и отлично провести время. Юлия Погосян, Алексей Иванов, Анастасия Нурхонова, Видное ТВ.